Пожарные, медики и спасатели проводят неплановые учения в аэропорту Ульяновск-Восточный. Они отрабатывают навыки поведения в чрезвычайных ситуациях. 6 пожарных расчетов тушат горящий лайнер, спасатели извлекают пострадавших. После ужасной трагедии в Москве все аэропортовые службы спасения приступили к оттачиванию мастерства быстрого реагирования. По мнению опытного огнеборца Олега Макарова, инсценировать и отработать на учениях минувшую катастрофу совсем не трудно. Сложность заключается в том, что в реальной жизни надо быть готовым к любому развитию событий. В дальнейшем, я думаю, чтобы согласовать все действия, чтобы было как минимум 2-3 сценария, потому что нештатная ситуация, она сама себе предполагает, что развитие ситуации может быть непредсказуемым. Пока взлетная полоса покрывается пеной, спасатели извлекают условно пострадавших из салона воздушного судна. Учение утреннее, поэтому нашей съемочной группе стало интересно, зачем членам команды нужен прибор для уличного освещения. Поисковые аварийно-спасательные работы на месте авиационного происшествия могут производиться как днем, так и ночью. Если работа производится ночью, данная башня позволяет осветить площадь порядка 250 квадратных метров для работ в комфортных условиях спасателей и аварийных служб. На ответственное мероприятие прибыл и директор аэропорта. Владимир Гортиков в целом результатами доволен, однако есть над чем и поработать. К сожалению, о найденных огрехах он не рассказал. Первое впечатление хорошее. Конечно, есть ошибки. Есть недочеты, будем потом над этим работать, все у нас фиксировалось, все снималось, потом будет подробный разбор каждого пошаговый, всех действий, всех служб. Учения подошли к концу. Ту-204-100 потушенный и спасенный отправился в свой ангар. А те, кто спасали, боролись с огнем и оказывали медицинскую помощь, вернулись на службу. С надеждой на то, что их умения будут пригождаться намного реже. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.